Ну вот, это та самая пятерочка, от которой начинался репортаж и внутри которой делал репортаж американский блогер. То ли американский, то ли австралийский. Вот. И прославил наше Давлеканово на всю планету. Иду по его следам. Вот он говорил, что на расстоянии 1500 километров от Москвы, здесь, в глубинке России, в провинции, есть такой вот супермаркет. Вот. И он очень подробно-подробно все рассказал про продукты, про цены. Ну, я, наверное, так подробно не буду рассказывать, потому что мы это с вами знаем уже. Что нам рассказывать-то? Что почем? А он очень сильно удивлялся. Как, говорит, так вот, за такие цены, буквально за центы, можно купить вот такие напитки. Сейчас ведь доллар у нас уже почти 100 рублей. Ну, он уже был и дороже 100 рублей. Вот. И все, что вот здесь вот продается, это все дешевле $1. Все дешевле $1, а то и $0.50. Вот, пожалуйста. $0.50 пиво. Не самое плохое, кстати. Вот. Так что все можно купить в России. В России все хорошо. Все замечательно. Ну, не все, конечно. Но с точки зрения продуктов, вот, пожалуйста. Все заставлено. Вот. И нет никакого ажиотажа. Вот. И даже вот скидки такие. Вот, представляете, 199 стоило, а теперь 99. А что это такое? Вот баварские сосиски. Да им такие цены и не снились вообще. Баварские сосиски. Вот. Так что... Россию не победить. Не победить. Ну, хотя, если бы, конечно, раз в 10 подняли зарплату россиянам, то, конечно, бы здесь цены тоже стали бы как за рубежом. Но это уже другой вопрос. Вот кофе, он все удивлялся. Пожалуйста, кофе, все есть. Вот огромный выбор. Хочешь такой, хочешь сякой. Вот. Конфеты. Конфеты. Ну вот. Ну что это вот? Изобилие, просто изобилие. Ну что это вот такое вот? $0.50. Стоит конфеты. $0.50. Да. Так что спасибо за тот репортаж. Вот сыры. Кстати, местные очень ценят местный сыр Белебеевский. Так, сейчас я его что-то, он мне не встречается. Белебеевский сыр. Вот. Ну, я не знаю, я не могу повторить тот репортаж. Он так все подробно-подробно, все, каждый отдел обошел. Все это рассказал, сумел что-то там рассказать. Я, например, вот так не могу. Ну, что можно рассказывать? Вот рис. Пожалуйста, любой рис. Какой хочешь. Рис такой, рис такой вообще. Гречка. Ну что это вот? 38 центов стоит 1 килограмм гречки.
Сейчас легко переводить. Доллар стал практически 100 рублей. Вот. Пытаюсь повторить репортаж того американца, который делал из пятерочек. Здравствуйте. Здрасте. По какой причине? Ну как вы? Мне просто интересно такой же репортаж сделать, как американец. Попробуйте. Ну, у вас же американец сделал репортаж? Он австралиец. А, австралиец. Да, 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 австралиец. Да, да. Ага. Помните, да, этот день? Наверное. Ну, вы так прославились. Да. Да, такую он вам рекламу мировую сделал, да? Ну, мы не одни такие. Он же по всем городам ездит в глубинки. Ну, да, да. Просто он доводит до европейцев то, что в глубинке мы тоже хорошо живем. Ну, относительно, конечно, по сравнению с Москвой. Но все-таки мы же не голодаем, как думает о нас Европа. Да. Да, да, да. Живем неплохо. У нас такие же хорошие магазины. Да. Да, да. Ну вот я тоже пытаюсь вот сделать такой репортаж, но у меня не получается целых 16 минут рассказывать. Он профессионал, да. Да, он, конечно, да, такой профессионал. Да. Австралиец. Да, они вот такие, им надо все знать, что почем. Они очень рациональные, это я уже про австралийцев, американцев и так далее. Они вот все скрупулезно знают, все изучают, вот, сравнивают. Вот. Поэтому он и останавливался возле каждой витрины и рассказывал. Рассказывал. Вот, говорит, вот такие там, такие сякие. Вот. Тут вина, водка. Так, что, где он еще был? По памяти. А, вот он был вот в этом отделе. Пожалуйста, говорит, все есть. Вот. Хочешь такую зубную пасту, хочешь другую зубную пасту. Там шаума. Вот, видите, огромный. Ну, просто действительно огромный выбор. Моющие средства. Пожалуйста. Вот он говорил, говорит, хочешь конфеты? Хочешь вот это вот. Вот. Финиш. Так, где-то он еще останавливался. Рассказывал. А, вот про туалетную бумагу он рассказывал. Очень важно, да. Так, где-то он еще. Снеки. Да, вот снеки. Они же любят снеки всякие. Вот и я тоже пытаюсь повторить его репортаж. Ну да, вот эти вот всякие. Я про снеки ничего не могу сказать, потому что я не ем такую еду. Но на Западе снеки употребляют гораздо чаще, наверное. Вот. В общем, все что угодно. Да, вот про круассаны он остановился. Вот, говорит, круассаны. Вот видите, говорит, сколько здесь их. Их много здесь. Всего-навсего. За $1.50. Да. Ну, что еще? Вот цену можно узнать любого продукта. А, да, вот про макароны он рассказывал. Паста там. Такая, сякая. В общем, да, вот Бариллу он увидел. Тут, кстати, много таких знакомых для иностранцев названия. Ну,
В общем, вот такие вот дела. Я, конечно, ему завидую. Столько просмотров набрал за 9 дней, там буквально чуть ли не 70 тысяч просмотров. Ну что, я заканчиваю репортаж. У меня будет не так много просмотров, конечно, далеко не так. Но вот арбузы. 22 цента килограмм. Килограмм арбузов 22 цента. Вообще супер. Да. Так что те, кто задумывается о том, чтобы уехать на Запад и там жить, я думаю, что они вернутся все назад, уже возвращаются. Так что вот такие вот дела. И девушки здесь симпатичные. Да, вот этот вот красивый дом попался ему в репортаж. Я сразу узнал, что это из Давлеканово. Хорошо, такие дела. Ну ладно, на этом я и заканчиваю свой репортаж.